А в магистрал в ходе голосования внимание привлекла интернациональная пара. Там на участок прибыла Келин из Таиланда. Девушка сопровождала мужа и свекровь. Сама принять участие в голосовании не смогла, поскольку еще не успела получить гражданство Казахстана. С места события моя коллега Светлана Султангиреева. Интернациональная пара привлекла внимание СМИ несколько месяцев назад. Молодые люди познакомились в социальной сети. 2 года переписки, Колым в 3 миллиона тенге. И вот супружеская пара принимает участие в референдуме. Сегодня важный день для всей страны. Я также сделал свой выбор ради будущего государства. Мы пришли пораньше, чтобы моя жена могла посмотреть, как проходят выборы в Казахстане. Для нее это впервые. Свадьба жителя Актау с гражданкой Таиланда Цуфафон Чонг Черхим в Казнете вызвала бурное обсуждение. Молодая невестка рассказывает, что ей интересны традиции и национальная кухня казахского народа. На участок девушка пришла, чтобы поддержать своего мужа Мираса, Арслана и свекровь. Сама молодая Келин принять участие в голосовании не смогла, так как еще не получила гражданство Казахстана. К слову, она взяла казахское имя Инжу. Как и все молодые девушки, она интересуется макияжем и прическами. Между тем, добавлю, что на участках для голосования организованы развлекательные программы с аниматорами, установлены фотокиоски и прочие развлечения. Напомню, в Мангыстауской области работает 250 участков для голосования. Правом голоса могут воспользоваться 435 162 человека. На местах работает 1735 специалистов, в том числе независимые наблюдатели.